На вашей улице нет дороги. Программа инициативного бюджетирования идет к вам. О том, как это работает, Ольга Пырочкина. Еще сегодня утром на улице Фадеева в Чебоксарах дороги не было. А к вечеру будет, обещают рабочие. Правда, из асфальтной крошки. Для частного сектора вариант оптимальный. Недорогой, легкий в укладке и достаточно устойчивый для проезда легковушек. Так работает так называемое инициативное бюджетирование. С жителей желания, с города реализация. Инициатива идет с жителей частного сектора. Они нам принесли в конце 2017 года протокол о собрании о софинансировании этих работ в размере 5% от общей стоимости. Если посчитать на квадратный метр, софинансирование от жителя получается на 1 квадратный метр 12 рублей 38 копеек. На улице порядка 30 домов. Если бы сдали хозяева каждого из них, получилось бы примерно по 500 рублей. Однако вложились только 8, так что сумма выросла до 2000 с дома. Те, кому дорога нужнее всего, автомобилисты проголосовали за не только рублем. Дорога жизни, понимаете, без дороги ни туда, ни сюда. Все это мероприятие состоялось по инициативе самых активных жильцов нашей улицы. Предварительно, значит, жильцы улицы подготовили полотно, 2-3 дня работали, на тачках возили щебень отовсюду, заполняли ямы и так далее, ждали начала грандиозных работ. В целом по городу в этом году есть возможность положить дорогу из асфальтной крошки на 37 улицах. Заявки еще принимают. Крошка получается в результате ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги». Если крошка будет, выход крошки еще будет больше, мы готовы потом рассмотреть дополнительные заявки. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.